Так, а мы идем в круассан-кафе. Говорят, там что-то вообще невообразимо вкусное. А там впереди невообразимо красивый, все парк. Ой, нет, это вообще неприлично. У нас, да, ну вечером артист-буфет, конечно, никогда не закончится. Круассан-кафе сегодня будет у нас взят. Боже мой. Это вам не эклер. Или эклер, но эклер тоже был потрясающий. Но это тофи-трюфель. А вот эклеры. Вот они. Что-то вообще не... Люди, мы гибнем. О боже. У нас сегодня не было завтрака, поэтому мы сейчас тут отметимся в этом доме. Где мои девчонки? Мы садимся за столик. А круассаны мы тоже заказываем? Да, классно. Я тоже хочу круассаны. Как хорошо, что у меня есть штатив. Пожалуйста. Это у нас такое меню. Я не могу тебе сказать. Это пистай. Пистай. А вот мы пришли пить разные матчи. Ягоды осаи. Я же голос потеряла. А сколько это? Сине-красные. Можно 200 рублей. Сколько? Вообще класс. Так, ага, Юля. Сахар можно же просто? Можно. Так. Если круассаны. Круассан. Прям почти его уже. Да. Уже. А у меня будет, кстати, у меня тоже миндальный круассанчик. Вот такой вот. У нас круассаны. А у Юльки... Да. А у Юльки еще едет с беконом. Юля круассан с чем? Очень вкусно. С ветчиной? И с сыром. Открой еще раз. И салатиком. Открой рот. А вот приехали наконец-то наш Шули. Он смотрел, у тебя песочком. Песочком? Ваше здоровье. Юлия, ваше здоровье. Ну тебе? Вообще классно. Намного вкуснее. А если мне еще то, что молочко... Оно просто кокос. У Юли на миндальном тоже уже другое. У тебя была классика, да? Да. Миндальное разное молочко, оно подает... Я не знаю, что из вас вырвут, наверное. Кирилл не пошел? Давай. Зачем мне в камеру смотреть?